Масштабное благоустройство двора развернулось возле домов номер 195-203 на улице Старозагора. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в настоящее время выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжих частях дорог, парковках и тротуарах. Специалисты уже выполнили демонтаж старых бортовых камней и заменили их на новые. Был выполнен комплекс работ, в состав которых входили устройство новых тротуаров, порядка 700 квадратных метров, ремонт старых тротуаров и непосредственно входных групп в районе 560 квадратных метров. Был вскрыт старый деформированный существующий асфальт, замена основания частично с выборкой. Также в рамках федерального проекта специалисты провели работы по расширению проезда и увеличению парковочных карманов на 80 мест, чтобы машины больше не занимали внутриквартальные проезды и не заезжали на тротуары. После завершения всех работ приступят к озеленению и устройству газонов. Сам проект «Федеральная комфортная среда», он на поддержке инициатив населения. Сама инициатива населения, и мы только начинаем его поддерживать и подсказывать, каким образом лучше и качественнее сделать ту или иную работу. Поэтому в данном случае сами жители заинтересованы в выполнении этих работ. И они знают, что дальнейшее содержание всего этого хозяйства возложено на их плечи. Кроме того, во дворе уже установили новую детскую площадку с резиновым покрытием, выполненную в двух цветах. Жители очень рады обновлениям и с нетерпением ждут завершения всех работ. Сделали, наверное, все, что можно было в этих условиях финансовых и вот в этих условиях наших очень немолодых дворов. Не было бордюров, дорог, можно сказать, тоже не было, были направления, потому что были ямы. Детская площадка была, но она была очень немолодая, достаточно старая. Нам заменили, в общем-то, все, и самое главное, нам положили асфальт. В Кировском районе Самары в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 6 дворов в этом году. Кроме того, в рамках программы «Твой конструктор двора» уже завершили работы по благоустройству на 25 территориях, где уже установили новое игровое детское оборудование и провели озеленение. 4 двора преображаются в рамках губернаторского проекта «Содействие». На 2 из них уже планируется приемка работ. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».